Оперативный штаб по управлению контртеррористическими операциями в Чувашской республике под руководством начальника УФСБ Сергея Сафронова провел завершающий этап командно-штабного учения по пресечению террористического акта в торгово-развлекательном комплексе «Мегамолл». Напомним, в феврале всех посетителей и сотрудников торгового комплекса эвакуировали под предлогом того, что в здании заложено взрывное устройство. Противодействие терроризму входит в сферу ответственности не только силовых структур, правоохранительных органов и органов государственной власти, но и институтов гражданского общества, организаций, учреждений, независимо от форм собственности. В связи с этим в рамках учения отрабатывалось взаимодействие между службой безопасности «Мегамолла» и сотрудниками полиции. При эвакуации людей из комплекса рассматривались варианты по всестороннему обеспечению эвакуированных. В ходе командно-штабных учений проверялась готовность силовой группировки штаба к проведению контртеррористической операции, освобождению заложников, обезвреживанию террористов, а также к минимизации последствий террористических актов. Подводя итоги, руководитель оперативного штаба и присутствовавшие на учениях представители аппарата Национального антитеррористического комитета положительно оценили действия сил и средств по ситуационному реагированию на террористические угрозы. Поставленные перед подразделениями задачи выполнены, цели учения достигнуты.